Всем привет! Вы на канале Вокруг Земли. Мы находимся по-прежнему в Таиланде. Новый магазин. И еще магазин бытовой техники. Называется Power By. Как раз таки находится вместе вот с магазином Go рядом. Зайдем, посмотрим, что вообще имеется в наличии. О, хорошо, как прохладно. Микроволновая печь нас встречает на входе. 1990, 2790, Electrolux. Вентиляторы очень большие. Есть вентилятор Sharp, 900 бат стоит. Далее здесь что у нас? Офисная техника. Я думаю, она особо не интересует. Идемте сюда вот. Так. Давайте, например, посмотрим с вами пылесосы какие-нибудь. Здесь эти подешевле. Я сейчас посмотрела, там плиты. Подешевле здесь даже немного. Вот пылесосы по 3000 бат. Ну и выше. От 3 и выше. Телевизор. 17990, TCL какой-то. Вот LG, например, 35 тысяч бат. Шестьдесят пятый диагональ. Ну, здесь полный пакет. Smart TV и прочее-прочее. Так, нам что-нибудь попроще. Вот, например, LG. 11 тысяч бат. 43 диагональ. Нормальный, вполне. Так, здесь тоже телевизоры огромнейшие. Вот это вот 49 тысяч бат, TCL какой-то, не знаю, что за бренд. Телевизор прям большой, 85 диагональ. Так. Что еще? Давайте мелкобытовую технику какую-нибудь посмотрим. Фены какие-нибудь, да? Смотрите, фен Panasonic 369 бат. Philips. Бритва Philips 940. Что еще? Давайте блендеры покажу вам. 729 Sharp. Так. 350 ватт мощность. Ну и дороже. Electrolux вот 1290, 1390. Плитки газовые, ну особо, наверное, не интересно. Так, холодильник Electrolux. Даже за 11990 есть. Тошиба. Samsung LG, интересно, сколько стоит. Кстати, я снимал более подробно на канале технику бытовую. Подробными ценами есть ролик. Так, вот LG 10498. Смотрите, какая нормальная скидка тут. Стоил 14, сейчас 10500. Нормальный. Большой. Отдельная морозильная камера. Такой неплохой такой холодильник вроде как. Такой есть 50 тысяч.
Ну это прям машина. Вот такой вот прям вообще здоровый. Так, стиралки LG 32900. Ну, короче, вот такая примерно техника с такими ценами. Не знаю, дорого, дешево, решайте сами. Все, мы пошли в другой магаз. Гоу-магазин, кстати, бывают такие скидки, смотрите, вот у них вот так вот, стоило 60, например, 42, вот здесь это молоко большое, стоило 83, сейчас 42 бата, то есть такое бывает, но не всегда бывает на йогурты скидки, но сейчас их на данный момент нет. Вот, например, одно осталось молоко, 67 стоило, сейчас 34, также вот, стоит 33 скидка, вот тоже наверху. То есть бывает иногда на молочку акция. И смотрите, интересно очень. Цена 46 бат. 46,75. Здесь наклеено 43. Здесь 50%. Сколько стоит? 50% от этой цены, либо от этой. Либо вот цена окончательная. Непонятно. Йогурт, кстати, так себе. Многие хвалят, но мы пробовали и медовый, и обычный классический. Не очень понравилось. Похоже на какой-то бифидок. Здесь вот, например, смотрите, стоило 59 бат, чикен шарики, да, а уже здесь 50% и стоит 30. Вот это вот нормальная скидка, то есть получается, да, 50%. А там что-то странное было с йогуртами. Здесь тоже, смотрите, стоило 79, сейчас 40. Почему там стоило 46 и 43? Наверное, 23 должна быть цена. Также бывает такая продукция, например, 80% скидочка на какую-то зелень, стоит 9 бат упаковка. Также вот это вот, я не знаю, что за трава, 80% скидка, 6 бат упаковка. Такое тоже бывает. Перчик стоил, не знаю сколько, 80 бат скидка, 5 бат цена. Грибы и мешок стоил, не знаю сколько, 80 бат, а 80% скидка, 19 бат мешок. В общем, приходите, смотрите, какие-то сейловские есть продукты, а так в целом, цены как в 7-Eleven, в Tesco Lotus, Big C, цены везде одинаковые. Смотрите, еще обнаружил вот такой вот стенд. Здесь, ну, в основном водичка, но цена не указана. Ну, она чуть мят такая, банка Coca-Cola, а цены нет. То есть цены нет, я не знаю, сколько это стоит. Без понятия, сейчас надо найти сотрудника какого-то, то есть ни на одной банке нет цены. И спросить. Вот какая-то штука есть, типа капусты, стоит 16 бат. А вот на всем этом нет ценника ни на воде, ни на чем. Я даже не знаю, какая цена. Но это что-то такое уцененное. Потому что такие вещи брака, наверное, да? Не продают. Ну да, браковано, но цены нет. Очень странно. Сколько это стоит? Еще спросил на кассе, мне объяснили. Смотрите, видите, вот цифры, вот 12. Она говорит, 12 бат. Теперь понятно. Ну-ка, колу проверим. Кола 8 бат. 8 бат. Спрайт, интересно, сколько? 12. Ну, короче, понятно. Ну-ка, водичка сколько? Она, так по-моему, 14 стоит вода. Так, 8 бат. Большая водичка. Ну, нормально, в принципе. Вот этот Швепс, он, по-моему, стоит 17 бат 7-Eleven. Здесь 8. Ой, здесь 12. Кола, вот, да, 8 бат. А так стоит, по-моему, 14-15. Я брать не буду. В принципе, если что, вот с оценочкой есть товар. Собственно, по магазину, ну, так себе, находит он в Сухум Вите, далековато, если в районе Big C находитесь, заглянуть можно, а так специально приезжать, да, я не знаю, цены везде одни и те же, как бы нет какой-то цены такой дешевой, оптовой и так далее, нет, но иногда бывают какие-то скидочки, да, такое есть, но на любителя магаз, честно говоря, мы здесь, по-моему, третий раз всего, и когда бываем рядом, заходим, а так специально особо не ездим. Обратите внимание, здесь все машины практически белого цвета. Почему? Кто знает, напишите в комментариях. Наша любимая самоса стоит 25 бат. Мы ее сейчас возьмем.
давно мечтал попробовать масала чай. 30 бат. Посмотрим, как делают. Должно быть вкусно. Так, друзья, очень давно хотел попробовать масала чай. Вот так вот он выглядит. Индийский чай. Очень вкусный. Такой пряный. Здесь специи, в общем. Суть масала чая в специях. Стоит 30 бат. Такая чашечка. Он такой очень насыщенный, такой плотный, острый. Мне нравится, я не знаю. Также, конечно же, наша любимая самоса. Сейчас ее будем дегустировать. И взяли вот такие вот сырные шарики. Они здесь разные, с креветками, с рыбой, с крабовыми палочками, с щукой, короче, и так далее. Взяли разные. Сейчас будем пробовать самосу. Я сразу говорю, что здесь... музыка, и очень плохо слышно, поэтому взял петличку. Смотрите, она вот так вот выглядит, самоса. Офигенная штука вообще. Сейчас будем дегустировать. Очень вкусно. Внутри здесь горох, картошка и специи. Все это в тесте. Самоса — это самое вкусное блюдо. Его, в принципе, вот с таким соусом подают. Сейчас мы немножечко здесь нальем соуса. Но даже без соуса очень вкусно. Вот я залил соус. Сейчас попробуем соусом. Вот что значит соусом и без. Соусом совсем другое блюдо. Стало еще вкуснее. Обалденно. Одна самоса стоит 25 бат. Есть также самоса чуть подальше, стоит 35 бат. Она с курицей, куриная. Она чуть побольше, и она мясная. Это вегетарианская. То есть чисто индийская, настоящая. А с курицей это уже совсем другая. Так. Будем пробовать теперь шарики. Они здесь с сыром, с креветками, с тунцом, с щукой и еще с чем-то, не помню. То есть тут микс такой. Вот. Такой бокс стоит 60 бат. Есть также бокс поменьше. 10 штук 60 стоит, а 6 штук 40 бат. Мы взяли за 60 бат 10 штук. Будем пробовать. Я не знаю, с чем это. Тут уже все перемешалось, наверное. По-моему, это с сыром. Сыра очень много, потому что, в принципе, вкусно. Подается под специальным соусом и посыпается вот такая вот сладкая стружка. Вполне вкусно. Тоже пробуйте. Ну, нам нравится. Мы периодически такое берем.